повністю ізолірований, люди не говорять. І ще можна буде стоїти два пішохідних входу, щоб люди себе описували, як приймають. Остається тільки центральний проїзд, там буде пандусний в'їзд, можна буде підійти і його показати. Да. Збоку буде, ну пойдемо. Збоку. Збоку буде... Достаточно большое, но в то же время компактно. То есть можно выйти на любую сторону. Вот сейчас в данном варианте мы выходим на московскую линию. Вот здесь планируется спортивная площадка и пожарный выезд. Вот это будет здание торгово-офисного центра. Вон пожарный выезд. То есть люди зашли отсюда, вошли сюда. А сейчас смотрим. А это будет два въезда или один это въезд? Это будет въезд-выезд. Ага. То есть по данные постоянно не изменялись. Раньше был въезд, а вот по последнему совещанию руководства въезд-выезд, и даже часто видно, что это будет въезд-выезд. Значит, можно смело идти. Здесь утрамбованный песок и заметанировано. А здесь уже как бы будет четко видно. Да. И вот получается выезд. Можно пройти. Угу. И можно панораму вдаль дать. По максимуму. Кстати, обратите внимание на высоту потолков. Высота потолков 4,90. Потолки 4,90. О! Шикарный вид. Вторая вот, часть паркинга. И вот выезд на Бадаевскую линию. Это по московской линии. Смешает. Это так называемые террасы, ну вернее пентхаусы. 3-4-комнатные, 200 и 297 метров. По факту они занимают 18, 19 и 20 этаж. У них от... Мы как раз идем в квартиру. Я забыл свою где-то ручку от балкона. Понимаете, сам по себе вид-то какой. Двухкомнатная квартира на 10 этаже. 80 метров. 80 метров. Вид из окна. Шикарен. А мы, естественно, находимся на московской линии. 20 этаж, около нас только 70. Идем туда. Это вот как Колизей. По центру будет.